Должники-то боятся терминатора. Это не про фильм со Шварценеггером, а про спецустройство, которое блокирует канализацию в квартире. Жилфонд устанавливает его с весны в трубах у неплательщиков. И вот сегодня жилищники рассказывали о результатах работы терминатора. Итак, по словам жилищников, из 100 квартир в Свердловском районе после установки этого терминатора на сегодня погасили долги сразу 50% жильцов. Еще 20 взяли рассрочку, а вот 30 пока, как выражаются сами жилищники, в раздумьях, платить им или не пользоваться туалетом вовсе. И такая картина в каждом районе города.